eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, еще раз всем привет, доброго времени суток, с вами Слэм. И мы с вами будем сейчас смотреть матч Epsilon Na'Vi, карта The Dust 2, уже 9 человек на сервере, мы ждем сайдпика, соответственно, 5-го игрока команды Na'Vi. И это никто иной, как Старикс, если я все правильно понимаю, да, Эдвард здесь, он же Рестарт. Ну и команда Epsilon, друзья, на карте The Dust 2. Ну, не знаю, самая непредсказуемая команда SLTV Star Series этого сезона. И, наверное, это самая непредсказуемая команда, просто LAN-команда. Потому что именно эти парни, именно этот коллектив на лане все-таки удивил всех, разгромив коллектив Hellraisers на The Dust 2 со счетом 16-0 на DreamHack'е в Валенсии, в Испании. И здесь, собственно говоря, ситуация может повториться, если вот этот парень, вот где он здесь сейчас, вот этот парень, ну и вот тут просто, вот он мертвый уже. Ну ладно, вкратце, составы команд, друзья, на ваших экранах, вы сами прекрасно знаете, кто за кого играет. Вот, правда, у нас одна ошибочка есть, вот Митсо уже не играет, играет Фокси за команду Epsilon eSports, но я просто не понимаю, почему... Она не скопировалась. Ну, в общем, вместо Митсоу играет FXU, он же Фокси. Состав Na'Vi также без изменений. Ну и с учетом того, что вот есть Шокс в команде Epsilon, добавился такой персонаж, как Фокси. Мы о нем мало знаем, известно только то, что он сурсер в прошлом. И выступал за разные команды. Я не знаю детально за какие, но самое главное, этот игрок показал именно своей игрой, результатом своей игры, что он действительно может, он мочит и он сильный. Ну что ж, вот Рестарт КС вот пишет, где капитан Украина, спрашивают сейчас команду Na'Vi. Ну все, сайдпик, друзья, The Dust 2, и все решится именно на длине. Первую половину, конечно, Na'Vi нужно брать. Но, знаете, вчера с немцами не зашел The Dust, как не зашел. Взяли, но могли выиграть быстрее. Куда быстрее, куда более лучше. Так, ну, не пошло дело, как я смотрю. И ножи начинаются вообще с декоя, с каких-то прострелов непонятных. Ладно, давайте наблюдать. И есть уже два резаных у Epsilon. Фокси. Вот Фокси хитрый парень. Он просто так, ну, даже в самое мясо не хочет идти. В общем, французы как угорелые, они просто угорают. Прыгают, бегают. В общем, все по чесноку, как я понимаю, будет, да? Два в одного. Ну, хорошо, Шокси пырнули. 45 против 45, Фокси против Старикса и Байонет против М9 Байонет. И Старикс берет своим байонетом, статтрековским сейчас первую половину. И Na'Vi просят свеп. Na'Vi просят свеп. Вот это поворот. Будут начинать в защите. Старались и перестарались. Неужели они французов в тупик решили поставить? Это ж просто непонятки какие-то. Так, ну что ж, все, пошли рестарты. В общем, Na'Vi будут начинать в защите, Epsilon будут начинать в атаке. И я даже не знаю, что это такое, почему так произошло. Что же это? Что же это, парни? Беда какая-то. Не знаю, что ждать от Na'Vi. Ладно, первый пистолетный раунд. Будем смотреть. Будем надеяться, что ребята знают, что делают. И все не просто так. Так, вот смотрите. Французы сделали бай а-ля Hellraisers. И есть одна чешка от Шокса, но он просто в C58 тупо не прошел. У него осталось 21 хп с самого начала. Одна граната на Зигу, этого парня просто нет. Это как бы 4 в 5. Наверное, Шалиф на центре понимает, что французы, скорее всего, ломанулись в парыч, и уже идет опен. Весьма грубый. Но, правда, с медла инфы никакая не... С медла инфа не приходила, и Гвардиан убивает своего друга Шакса, но Киакинг и Джимикс дают размены, и в этот момент также вот Джимикс сыграл очень-очень четко, закрыл Зевса. Сплит-атака удалась. Ну, вот за счет изоляции медла все-таки французы и быстрый
скорости атаки смогли занять апленд. Есть бомба, 2 в 4 выбивания, СФ красный. Ну тут, я не знаю, тут даже, тут ничего не поможет просто сейчас Нави. У них очень тупиковая ситуация уже на этой пистолетке. Но тем не менее, несмотря на вот такое начало, вроде бы агрессивно интересное для команды NatSvincer, они не смогли все-таки в этом раунде выстоять. Минус сделал всего лишь один Guardian и, в общем-то, минус 2 от GMX и минус 2 от Кекинга. Но зато убили Шакса, хотя, если и цель была убить Шакса, то все равно проиграли. Как так? 1-0 в пользу Эпсилон. У Фокси уже есть скаут, и он просто пытается с него... Попадает по Зевсу. Так, второй пушкой у него тег. Это интересно, сейзит. И Шокс. Так, ну вот Зевс удалось снять. И Эдвард с нижней тэшки также зааркадил вовремя и спокойненько забрал Шокса. Минус 2 сходу дают Нави на медле. Подловили французов. Но французская команда не сдается, она продолжает играть на медле. И вот Нави в этот момент нужно было почувствовать тонкость поведения и просто отойти, скажем так, сделать джентльменский поступок. Но еще ничего не закончено. Стариксу удается просочиться с банки на длину. Но здесь он долго не играет. Пальма получает просто сразу же эпик. Так, ну вот Шок спрашивает, как ты оказался в нижней тэшке? Неужели ты прошел в нижнюю с медла и не смог... И мы тебя не заметили. Нет, я прошел с верхней тэшки, сказал Эдвард. И, в принципе, Шокс становится теперь понятно, почему его наказали. Ну что ж, Словак сдаваться не собирается, но его уже как бы здесь подпушили. И он выстрелил все пули практически не в ту сторону. Сейзит остается 1 в 3. Сейзит есть Галил и желание, наверное, поквитаться. С первым справляется. Это был Фокси. Скаут падает, но в ответ сразу же от Джимикса залетает. Ну что ж, Нави на эко-раунде неплохо справляются с поставленной задачей. Убивают трех игроков атаки и немножечко напрягают им экономику. Хотя я бы даже сказал, не немножечко, потому что вот какие-то игроки будут в ноль скупаться. Как вы видите, опять есть два Галила. И посмотрите, Нави берут пистолеты повторно. Только на этот раз они не покупают армор, не покупают никакие гранаты. Так, вот интересная игра от Костина. И ой-ой-ой-ой-ой, как он наказывает Фокси. В этот момент французы пытаются атаковать Б тройкой. Тройка атаки. Зевс подлавливает Эдвард. Остается Шокс вместе с GMX'ом и спокойно справляются в паре. 2 в 2 ситуация. Зевс бежит забирать девайс. Вот хорошо, что подрезали длину. Как-то неуверенно действуют, знаете, французы. Мне кажется, что у них с Дастом 2 есть проблема. Хотя вот после матча на лане против Hellraisers вроде как и проблем-то быть не должно. Но Na'Vi могут играть немножко другим стилем. Так, ну есть граната у Зевса, но он просто не успеет ее кинуть. Здесь стоит опять же Папилон, который по стрейф-пульке просто ставит. 3-0. И результат команды Na'Vi на самом деле впечатляющий. На двух раундах они убивают в каждом просто по три. Потры соперников, убивают девайсы. Посмотрите, на первом баю Шокс остается Галил. У СФ вообще ситуация с деньгами так себе. Остается 1400 после закупки. Стабильность только за Кио Кингом и за Джимексом, который выживал просто все раунды, кроме первого, в котором его разменяли. И то вроде бы его не разменяли. Нет, он во втором погиб. Так, ну что ж, продолжаем смотреть. Первый девайс на раунд за Na'Vi. У Коуч есть ВП. Словак играет на парапете. Зев Старикс на длине. Эдвард вместе с Эйзом тушит бэтплент. И Гвардиан не успевает занять удобную позицию на парыче. В итоге просто попадает сейчас под спрей от Шокса и выход на длину. Ох, выход, вернее, в аплен. Словак падает, Фокси разменивает по Зевсу. И, по сути дела, только один Старикс остается на апленте. Тот играет до контакта. Вовремя уходит с длины, но ему нужно контролировать банку. Он должен вроде как помогать тиммейту. В общем, здесь очень жесткие тайминги для французов. И вот сейчас должна сыграть длина. Длина выходит, и видите, Старикс в последний момент дергается. Но здесь уже перекрестный огонь как бы образовался у Эпсилон. 4-0. Быстрый выход в парапет. Это спасение французского раунда. И у Na'Vi на счету остается 2-9, 4-1, 2-6. Минус 600, минус 300. Ну, по деньгам, конечно, не самый лучший расклад. Еще один эко. Со второго бая попробует оттолкнуться. Темп игры, конечно, задают французы, и он ни хрена не медленный. Вопрос к Na'Vi просто один. Если вы играете хорошо свои медленные раунды за атаку, зачем вы начинаете играть в защиту, выигрывая сайдпик? Так, допрыгался Эдвард. Сейзит все-таки дал размен с диглом, но дальше ему что-то не вывозит с попаданиями. Попытался напрячь на максимум, но французы снова занимают бэплент. При этом, при всем, еще имеет двух игроков в запасе, которые могут зайти в центр и всю выбивающую четверку просто сгрызть. Но, походу, те двое даже не подозревают о том, что здесь уже четверо.
Ой-ой-ой-ой-ой, Нави, здесь можно забирать раунд, ребята! Выбивают бомбу, а где остальные двое? А эти просто даже и не поняли, что у них 4 игрока под Б-плентом. Не стали рисковать. Тем не менее, 2 в 2. Фокси, АВП, GMX, Накэми, Зезус и Сейзет. Не знаю, пока что флешонные. Ну, смотрим на Сейзета. На него сейчас вся надежда. Залетает Молотов. Забирает дверь. Выпрыгивает Фокси с чешкой и обходит на Зевса. Забирает его. Эх, эх. Четко, четко, тем не менее, французы разбираются и с этим раундом. Нави едва-едва не вырвали просто своими лапами из рук команды Эпсилон этот раунд, но чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть. Ну, просто сложно что-то сделать. Сейзит, в принципе, дал инфу, Зевс, правда, спрятался за ящик, но его позиция была предсказуема для француза. Ого, вот это видели, как словака ловят? То есть тут уже, по-моему, на знание соперника играют. Когда лежал дым, чувак специально вот отходил под этот ящик, чтобы потом выйти и дать минус. Это да. Как знал, что именно там будет играть словак. Ну да ладно, Эпсилон. Втроем задержали мидл. Вставляет Джимикса под длиной. СФ аккуратненько играет под Б-пунктом. Ну и через Шокса попробует открыться на А. Шокс КМ. Увидел подъем. Без шансов для словака. Вот я поражаюсь просто стрельбе Попилана на самом-то деле, потому что он действительно хорош. Действительно хорош и нереально бодро поставил. То есть это уже в двух девайсных раундах мы французская команда просто не дает играть Гвардиану. Он сыграл только в пистолетном. Шокс его кроет совершенно спокойно. Тем не менее, Нави при ретейке дают неплохую серию фрагов. 3 в 2, но выходить в дымы тоже проблема. Надежда на Костин, минус. Ей знает то, что Фокси прячется за дальним и Сейзет. Минус 2, дефьюз бомбы, MVP и минус 3 за раунд. Сейзет берет первый раунд в копилку команды Нави. И это только... Это не только его заслуга, но он здесь, конечно, раздал. Раздал, что не наесил. Так, словак забирает свою игрушку. Смотрим на французов. Они были остановлены при счете 5-1. Сколько же они возьмут в атаке? Знаете, сложно сказать. Вот просто, когда мы в интернете с вами смотрели матч HellRaisers против Epsilon, да? Я не помню, какой же это был турнир. Если я не ошибаюсь, это и был King of the Hill, да. Epsilon каким-то чудом просто деморализовали HellRaisers и долбили их 9-0 на этой карте. Так, ничего конкретного и ничего личного на пропете в исполнении команды Epsilon. Просто отстояли от стрейфа, если ничего не вышло. Сплит-атака также могла бы провалиться. Но вот если б не стрельба Киа Кинга и не выход Фокси в центре, что заставило команду Нави просто встать в замок этого перекрестного огня. И Эдвард остается один. Нави просто всех растерзали на части. Французы очень грамотно сыграли. Но тем не менее Эдвард убил длину, остался один на один. И его задача сейчас сыграть... Конкретно против Фокси. Это один из лучших стрелков команды Эпсилона. Эдвард на открытой позиции получает сразу минус 50. Пытается не отпустить своего оппонента. 6 хп против 48. Эдвард будет просто стеречь бомбу. Здесь действительно ему выходить никуда не стоит. Занимает интересную позицию. Фокси ловит плент, но Эдвард делает выпад с просвета, падая с парыча и забирает ВП словаку. Отлично, 2-5. Быстрый темп игры французам подбили, сбили им экономику. Этого хватает для того, чтобы французская команда подумала о чем-то новом, либо просто немножечко растерялась. Ну и смотрим дальше. Что нам сейчас покажут французы? Вот на эко-раунде у них, по-моему, какое-то супер решение. Выход на длину всей банды, при том, что они сначала дают дым. Дым также дает защиту, если я не ошибаюсь. Да-да-да-да-да. И выходят просто всей бандой из банки. Размениваются на Старикса. Тот явно не ожидал. Вау! Ульта просто какая-то влетает от французов. Словак с ВП попадает. И его тут просто сразу в упоре начинает терроризировать. Пытается уйти. Понимает то, что французская стрельба очень опасное предприятие. И вот, пожалуйста, Киа Кинг настигает Словака. Уже в трех девайсных раундах Словак просто теряет ВП и дает всего лишь один минус. Либо вообще не дает ни одного минуса. И французы прорываются на плент, ставят бомбу. В принципе, их миссия в этом и заключалась. Просто поставить бомбу, чтобы денег было побольше. Ну и после окончания этого раунда, соответственно, мы увидим, наверное, какой-то конкретный бай с АВП. С АВП от Фокси. Именно этот парень нас сейчас интересует.
понеслась. Так, Словак не хочет играть с Фокси. Смотрите на Гвардиана. Ну вот у Гвардиана две проблемы. Первая проблема — это Фокси, с которым на центре стреляться просто бессмысленно. Но это, то есть, всегда 50 на 50. А вторая проблема — то, что в команде Эпсилон играет его дружище Шокс, который просто знает, как этого Словака отстреливать. Если, например, Словаку надо АВП, то Шоксу нет. Он и так ваншот, ванкил, ноуак, джаскил. Так, Эпсилон попытались выйти в мидл. Их напугал КТ-респаун, решили перестроиться, немножко подождать, и Нави подготовили флешку. Зев стоит на звуке. Дыма нету, последовательности нету. Сейчас Нави должны понимать то, что это затяжной раунд. Но куда они его будут разыгрывать, пока что непонятно. Так, ну вот дым на КТ должен был озадачить мидл, но в итоге Нави сосредоточены вдвоем на Б. Сейчас не принять выход на Б-плант — это просто горе от ума. Все равно на медле два... Все равно вот у Нави на медле играет двойка. Оставляет одного сейзда на Б, когда там должно быть два игрока. И GMX в этот момент спокойно с медла расправляется и с Зевсом, и с Эдвардом. Это без шансов, друзья. Это просто без шансов. Нави понимали, что это Б. Они понимали, что это Б всей душой и всем сердцем. Но они не были уверены, скорее всего, в том, каким же сплитом все-таки будут действовать французы. Либо это 3-2-Б, 3 с медла и 2 на Б. Либо это 1-4, либо 4-1. То есть вариантов атаки на Б в такой ситуации под один смок на КТ очень-очень много. И Нави предпочли все-таки принять быстро центр. Но скорость игры французов буквально вот перед... буквально в середине раунда просто поменялась, и они решили ходить шифтом. В итоге просто вышли совершенно спокойно на шифте в игроков команды Нави, у которых позиции на Б-планте практически уже не было. Сейзит играл уже как суппорт мидла, и Б принимал реально лоб в лоб. Тяжело, тяжело. Сами себе нашли проблемы. Тем не менее, 6-3, у Нави есть 3 раунда. Все, что им нужно, это еще 3, чтобы был комфортный счет в первой половине. Либо 2. Но вот дадут ли французы это сделать, пока непонятно. 10-й раунд первой половины. Проблемы с экономикой для Нави, но они, скорее всего, такие волевые проблемки. В следующем можно уже будет закупаться. Главное сейчас не потерять Словака. Играют на одно ВП, выход Б-плент. Куча расстрела. Шокс не выходит на Б. Вот очень жестко играет Кио, просто залез на ящик и спокойненько должен был справляться со вторым игроком защиты, но не справился. СФ последний в Т-шке. 3 в 2. Нави в преимуществе, бомба лежит Б, и пытается СФ пройти подобранный девайс. Шокси спасает команде Нави раунд, и Сейзет должен делать последний минус. Ой-ой-ой, тут уже с ножом. С ножом, но Гвардиан все-таки этот фраг делает. 4-6. Французская команда ошиблась при выборе атаки в сторону Б. Но там такой был смок непонятный, неясно, как Шокси не убил. Но Эдвард слышал всех. Эдвард, кстати, сыграл сразу на фраг. Он понимал то, что, скорее всего, моментально разменяют, но... У него было время на самом-то деле подумать. Но опять же, появился Сейзит в нужный момент и расправился просто, когда надо. 4-6, 2 раунда разницы. Эпсилон впереди всего лишь на 2 очка. И Нави готовы сократить разрыв. Использует Коуча в качестве стенки на длине. Возможно, это open track. Заход в банку. Старик сыграет невнимательно. Гвардиан, да, не дает уйти GMX-у. И 2-2 GMX не ускользнул, но 4-4. За это время французы могли пройти в парапет. Вот флешка влетает к Киокингу, и он дает инфу сейчас своим тиммейтам, то, что Парыч — это уже мертвый расклад после этой флешки. Мертвый, потому что Нави, скорее всего, просто уже успели занять плент, и можно попытаться разыграть либо на Б, либо немножко посидеть. В итоге, посмотрите, французы дают опять дым на КТ, и в этот же момент перестраиваются под выход длину. Нави вовсю, Нави вовсю должны ожидать сейчас Б. Но я не думаю, что они ведутся до конца у Зевса, потому что тоже здесь неординарный момент. И Зевс готовит поджигалочку, поджигалочку готовит Зевс. Да-да-да, Даня, ее-ее-ее, давай, красная граната, спаси планету, земля не та. Гвардиана выцепляют просто, и Зевс попытается сыграть в крысу в яме. Вот это поворот, и не чекают яму пацики, но со второго раза прочекали. Так, длина не прошла. Самое главное понять, что на пленте уже есть Шокси, на которого просто выходить сейчас нельзя. И еще один негативный момент, то что Фокси может сейчас просто забрать КТ спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой, один на один. Успел забрать бомбу Шокс, и Эдвард остается один на один против Папилона. Ну что, Сухарев или Папилон? Так, ну Ваня стреляет, конечно, четко. Вот навелся быстро, но Кольт, это не АК, тут так не попадешь. И... Оу! Ну все, Ванек! Ну, Ванька! Ну, Ваня просто сейчас терзает. Ну, тут Шокс, конечно, просто... Вот я не знаю, это какая-то...
Какая-то свирепая игра, двух суперсвирепых стрелков. В итоге Шок забирает этот раунд себе, 7-4, и, в общем-то, французы не отпускают этот раунд своим оппонентам. Для Нави это не звоночек, для Нави это, скорее всего, понимание того, что нужно заканчивать раунды, не доводя их до критического минимума, типа там 1 в 1, 2 в 1, и Фокси подмастил, присел за ящик, Словак прострел. 4 в 5, в этот момент Костин проходит верхнюю темный на шифте, его ждет СФ с респауна, Костин чекает, но он должен понимать то, что скорее всего, его видели, и находит СФа. И в этот момент, вот в этот момент французы просто пошли за Сейзедом, не прочекали угол ящика, дым рассеялся, Эдвард сделал еще один минус, забрав в спину Киа Кинга. Ну и Шокс вместе с Джимиксом остаются 2 в 4. Это уже как бы не игровая ситуация, и здесь надо проявить просто сверхтупость, чтобы отдать его. Ну или я не знаю, просто натупить где-то нереально. Но у Нави все вроде в порядке, на длине стоит Старикс. У него, конечно, есть оппонент, которого он услышит, если тот хотя бы дернется. Нижняя точка смотрится Словаком с ВП. Правда, там попилан внизу, и может быть все что угодно. Ну и действовать, наверное, будут опять же через мидл французы. У них как бы нет выбора. Им надо либо в парапет заходить, либо выходить на центр. Ну то есть максимально нестандартно попытаться сыграть. Играть до фрага на бэплен, до контакта, вот это поворот. И смотрите-ка, на мидл выходит GMX с ВП, при том, что он чекает сейчас КТ, это пахнет фрагом. Вот его Зевс моментально потушил выпадом, ну и... Шокси. 1 в 4. 12 секунд выходит на Б, чекает нышки, но тут все, как говорится, схвачено. 5-7. 5-7, Эпсилон не дают взять восьмой раунд. Сбивает экономику уже второй раз к ряду в этой половине. И для них это также не звоночек. Для них это просто предупреждение о том, что здесь будет, скорее всего, зона комфортного счета. Как для Нави, так и для французов. Но Эпсилон могут зажечь в защите, я уверен. Правда, в атаке им здесь, конечно, потяжелее, чем с Hellraisers. Это заметно. Вот если вы помните матч с Hellraisers в прошлую среду на King of the Hill, то там было, по-моему, понятно, что французы просто бегают и убивают. Просто бегают и убивают. Дожимает Старик свою жертву. 12 хп осталось у него после Киа Кинга. 6-7, разгар первой половины, и мы ждем сейчас включения, не знаю, вот Фокси, наверное, в игру, но у него нет навик. И вообще в этом матче, посмотрите, у него статистика, хотя нет, 12 на 9, GMX 13 на 9, Шокса не видно, 8-1-10, 3-2-10 SF. То есть, ну, два игрока, от которых мы здесь ждали чего-то нереального, просто пока что молчат и играют более планово. Словак. Авепиус, Словакиус, Аркадиус. Верхняя тэшка. Очень тонкий момент вот прочувствовать, что оппонент будет сидеть именно за тем столбом. Ну и выход в мидл. Опять Словак. В ассисте Эдвард. Словак. Ух, навелся просто бодро. В итоге, благодаря Гвардиану, благодаря размену от Эдварда, правда, неминуемая смерть Сейзда была опять-таки камнем преткновения, наверное, в этом раунде. Тем не менее, 2 в 2, и Старик Зевсом имеет отличные шансы на выбивание, при том, что есть Молотов, есть флешка, если Молотов залетит в Фокси. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло! И... Вот это провал просто! Зевс пытается стрелять с кольта, в нем нет патронов, достает пистолет, и это просто... О май гад, Зезус, 6-8, 6-8 могло быть просто, могли выйти сейчас на 8-7 и оставить французов без денег, хотя они и так без денег. Это жесть, как же ты забыл перезарядиться, Словак и игра в медле. Пытается дать штраф, не получается, покидает зону медла, оставляет вместо себя Эдварда, на Эдварда играется пуш от Шокса, и тот, по-моему, был готов найти там Гвардиана, но нашел Эдварда, вернее, Эдвард его дождался. 5 в 4. 5 в 4 на последнем раунде первой половины. Последний раунд надо брать. Особенно Нави. После вчерашних качелей в течение игрового вечера, начиная с матча с немцами, заканчивая матчем с командой Reason. Вот укрепление в медле разваливается благодаря стрельбе Киа Кинга. Выход мидл. Киа Кинг третий минус забирает Зевса.
контроль опять за французами, но на Б-планете их ждет Костин, которого могут прочекать. Если прочекают Костина, это будет вообще провалом. Но Костин сидит, ждет, слышит то, что у него топают. Занимается Б-план. Сейзит понимает то, что это будет Б. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же все-таки неловко сейчас получилось. Вот если бы они заходили через дверь, Сейзит мог совершенно спокойно отстрелить всю банду. Но какой косяк первого выходящего на Б — это Псилон. Ну понятно, Дэнс уже никто не займет. У Старикса здесь клатч маста. Клатч маста раунд вырисовывается. Но он попадает по двум игрокам. Дает фейк-прыжок и пытается зайти, но понимает, что один с плента, один с икса. И сделать что-то тяжело. Вот перекрестный огонь очень-очень острый. И на коротком расстоянии. Так, халявка, халявка, халявка. Иди сюда, голова, говорит Старикс. Это было невероятно. Это 8-7. Исправляют ошибку прошлого раунда, ошибку Зевса. Играют с минимальным разрывом от команды Эпсилона. Вторую половину будут уже показывать свои лучшие качества в игре за атаку. А все мы прекрасно знаем, что Na'Vi в атаке могут намного больше, чем в защите. Ну, по крайней мере, по статистике. За атаку они давят куда круче. Такс. ГХ пишет GMX. Ну, действительно, хорошая половина получилась. Вот просто мега хорошая половина получилась. Если бы еще и... выиграли ее, вообще было бы великолепно. Но я думаю, знаете, Na'Vi после вчерашнего сегодня играть это как... даже не знаю, как бы это еще раз... как бы это описать. Это, наверное, как бальзам на душу. Потому что сегодня у них две встречи. Первая с Эпсилон, вторая с командой Fnatic. Даже три. Третий матч с Overgaming. Ну вот если, например, с испанцами все предсказуемо, испанцы уступят Na'Vi, скорее всего. Не потому что Яванга или еще кто-то, просто испанцы поменяли одного или двух игроков, они еще не успели сыграться, они просили матчи перенести, но им уже нужно их как бы играть, они уже их переносили 150 миллионов раз, и, в общем, желтые карточки для них закончились. Так, смотрим атаку Na'Vi, Guardian C58, 3Т-шка, и это просто наглый врыв на мидл от Na'Vi, ого, ну... Отличная флешка от Словака просто, и все три... Ну, вторая попытка засинхрить свои действия сейчас будет на центре. Как бы тут нужно было... Он ее кинуть-то кинул, но Na'Vi слишком рано вышли. Не от синхрена. Ну, бывает, ничего, потеряли просто флешку. Остается одна флешка, один дым. Нужно как-то что-то делать. На центре Киокинг шалит. У него есть тоже флешка. И посмотрите, вот у французов тройка сейчас разыгрывает мидл. Так, мне кажется, или Шокси Словака вообще по КД вырубает сегодня? Тут, к сожалению, нельзя сделать статистику. Вот нет ее в КС, которую мы делали по личным встречам за матч. Но в 1.6, которая у нас была. Но мы ее скоро, наверное, доделаем. И вот это был бы интересный момент. Посмотрите, Na'Vi, как тонко играет. Чувствует раунд. Занимает Б-плен. Зевс покидает ДТшки. Сейз остается до последнего момента. Обороняться на Б-пленте. Его пытаются здесь отжучить. Зажимают. Но в этот момент Эдвард уже ставит бомбу на длину. Зевс в центре будет ждать кого-то на крысу. И Эпсилон просто сейчас... Ага, а где бомба-то? Обманули дурака на 4 кулака. И два игрока защиты идут выбивать с КТ респауна, при том, что не забывают почекивать мидл. Пропет палец. И Зевсу нельзя просто умирать. Это жизненно необходимо. Это фактор. Это фактор того, что нельзя погибать. И, в общем-то, харьковский дуэт совершенно спокойно справляется с выбиванием от Эпсилон. В ситуации 2 в 2 берут первый пистолет на раунд. 8-8. И сейчас задача номер один — не упасть от пистолетов. Ну, будем надеяться на плановый раунд от Na'Vi. То есть три на медле, один под длиной, один в темном. И тогда проблем не возникнет. Ну, в принципе, так и вырисовывается. Смотрите, смог на центре, чтобы французы прошли на Б. И то там со штрафом проходит Шокс. Старикс на выжидании аркады. О. Раньше, кстати, так нельзя было за столбом стоять. Вот пофиксили. Давненько уже, на самом деле, но что поделать. Сейзит нижняя. Гвардиан играет на чек медла, при том, что Словак решил копить на ВП. В парапете никого и готовится открытие под моменталку. Ну, ближний мидл успевает занять Na'Vi. Эпсилон же понимает, что если это Б-пуш, то придется, скорее всего, просто пушить Т-шку. Но они почему-то решили выбивать прямолинейно. В итоге с разменом это дело заканчивается. Опять же, только Шок сделает минус. Ну и, наверное, тройки игроков Эпсилон здесь уже никуда не пойдет. По сути, здесь есть два вторых армора.
с касточкой, да, у GMX и SF. У Фокси его нету, но тем не менее он не теряется и вместе с командой поддержит их решение. Максимально навредить команде Na'Vi на девайсах. Ну, в идеале, конечно, Na'Vi надо убивать это все. Ого, простите, парни, табличку завтыкал убрать. Черта с два. В общем, Na'Vi, конечно, надо бы их сейчас найти. Просто эти вторые арморы могут стать камнем преткновения в следующем раунде. Так, ну вот Словак до последнего не верит в то, что неужели мы этот раунд забираем. Остался стоять и слушать бомбу. Нет ли там какого-то взрыва? А, у французов все четко. Все пистолеты в один угол. Красавчики. 9-8. Na'Vi выходит вперед впервые в этой встрече. Так, ну и смотрим. Остаются только два армора. Один у SF, один у GMX. И... арморы будут играть на длине. Там уже была моменталка. Но моменталка была так себе. То есть выхода за ней не последовало. Соответственно, французы знают, что здесь что-то не так. Идеально сейзит с Тариксом в паре. Работают на Б-пленте. Успевает перекрыть кислород центру. Ну и Словак все еще на USP. Ага, иди сюда, пупсик. Давай, давай, пупсик. Ну что, тут одна пуля, две залетает Словаку, сразу минус 40, понятное дело, можно убегать. Все, Эдвард спокойненько расправляется с SF, который пытался догнать респаун. Остается GMX с одним армором и 50 хп. Ну и что ты будешь делать? Он пытается выйти, хоть какой-то минус дать, но не выходит. 10-8, Na'Vi разворачивает счет в этом раунде, и сейчас, наверное, команде HellRaisers надо было смотреть за этим матчем. Это делается так. Вот просто так, ребята. Где там у меня стакан отчаяния? Нет стакана отчаяния, у меня забрали ложку от него. Но мы сейчас что-то придумаем, друзья. Я даже знаю, что. Не, не буду я в него мелочь кидать. Пригодится воды напиться. Так, одымление. Не то, что даже одымление, просто занятие длины от Na'Vi. А Словак, 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 покажите нам Гвардиана. Гоу ТВ, спасибо. Вот это, конечно, раскурили парней, посмотрите, тупо тут. Тут Кумар, тут вообще просто борода печаль. И самое интересное, ха-ха, не, самое интересное, что да, сплантаты можно увидеть проходящих по длине, но, например, если вот у вас нормальная команда, вы ведь по этой стеночке ходите, да? Ну вот Фокси пошел прочекать длину, и любопытный Варваре Гвардиан одну пулю дарил. Без шансов просто для GMX, SF отсутствие понимания. Перестрелок на пропете. Слишком наглые позиции, конечно, от этих ребят. Шокси берет на реакцию Сейзда, но тот был красный. Забирает АКМчик и спокойненько уходит к террорам на респаун. Вот этого поворота сейчас могут Na'Vi не предвидеть. Но самое главное то, что у них есть бомба на длине. Ситуация 2 в 4, но обратите внимание, если сейчас будет минус на центре и Шокс зайдет. Нет, Шокс сейвит. Все, нет Шокса, Шокс не засейвил. Киокинг на центре. Зевс его загоняет, и Na'Vi вообще без проблем берут раунд. С потерей только в лице лишь одного Сейзда. И тот Сейзд смог сделать минус на парапете, играя в паре со своими тиммейтами. Своим тиммейтом Стариксом он совершенно спокойно дал мощный фраг. И как-то, знаете, у Na'Vi сегодня совсем легче, чем вчера. Вот я по силе примерно понимаю, да, какая команда Эпсилон с Шаксом и какая команда Пента с Раком, да. И как у них вчера не заладилось, я не знаю. Ну, надо было отдыхать парням просто, по-любому. Вообще, теперь Na'Vi нельзя проигрывать ни одной игры. Но самый главный матч, друзья, у них будет с командой HellRaisers. И я не знаю пока что еще точную дату этого матча, он не назначен официально. Но вот-вот ситуация нарисуется. HellRaisers осталось, кстати, там всего 5 игр. И одна из них, опять-таки, с командой Na'Vi, одна с Маузами. И чтобы Ашер выйти на ланы, нужно просто выигрывать. Так, ну что ж... выход, парапет. Французы играют волю. Они не согласны с тем, что первый девайсный раунд слишком просто достался Na'Vi. Ну, посмотрите, один GMX всю команду Na'Vi сейчас просто затормозил. Но, французы поломились. Совершили ошибку, сыграли неаккуратно на центре, не зачекали Старикса, и только после его убийства начинают действовать в сторону парочек, где уже лежит дым, и Эдвард просто готов собирать. Так, услышал Эдвард прострел, понимает то, что могут на него зайти. Шокси отдается, и последний Киокинг будет сейвить свой девайс на бэк.
Ну что, 30 секунд и еще плюс 35. Зев ставит бомбу, Киа Кинг шагает в ряд. Что-то мне подсказывает, что Эпсилон из этого матча победителями вряд ли выйдут. Просто вряд ли. Ну и пока вот такой у нас неловкий сейв здесь от одного из игроков. Давайте посмотрим вообще, что мы сегодня будем наблюдать. Ну, помимо матча Пента LDLC, который мы с вами посмотрели, где все закончилось с разрывом в 10 раундов в пользу LDLC. Сейчас мы смотрим Эпсилон Нави, далее нас ожидает Нави Фнатик, потом Овергейминг Нави, а вот потом уже нас на десерт будет ждать ESC против Virtus.pro. Вот несмотря на то, что Virtus.pro, да, действительно команда супер-ультра сильная, и все в ней есть, они молодцы, и они сильнее всех в Польше на голову, присутствует такая закономерность, как, например, стиль игры, и... Это как, знаете, как команда Ностальгия, которая не может взять там у хардкорных титанов 3 раунда, да, но у Нави они могут взять 12, а то и обыграть их, потому что понимают, как играет эта банда. И там может быть то же самое. Хотя, глядя на результат матча Юну Эйн против ESC, мне кажется, что ESC позовут к себе в организацию как раз-таки этих датчан, экс-Ризен, потому что вчера Ризен им дали всего 3 раунда. Я был вообще поражен. Матч был параллельно, мы его не комментировали, не смотрели, но я ожидал другого результата немножечко от поляков. Но, видимо, они после польского национального чемпионата по КСу все-таки решили не того самого. Не тренироваться, а чуть-чуть передохнуть, как и их коллеги из Virtus.pro. Вот Virtus.pro, кстати, сейчас очень много играть начали. Они после отпуска понимают, что это Габелла. Ну, просто важную встречу уступили одну. Для них она важная. ВП могут, кстати, на эти лан-финалы и не выйти, если все закончится вот таким моментом. Так, ну что ж, Нави 3-2. Попытка атаки. Сейзет завтыкал в парапете. Слишком долго ждали. Но ничего, еще есть Старикс. И что будет? Демки-мувики от Зевса со Стариксом. Старикс все-таки сделал этот минус. В общем, французы какие-то сегодня не французы. Никак у них где-то припекло. Вот Старикс флешоный просто вышел на стрейф в парыш и спокойно поставил хедшот. Его тиммейты поддержали. 4 минуса за 1 секунду и пустой аплент. Это, не знаю, Эпсилон должны быть в шоке. И посмотрите, у Шокса просто не получается. Я первый раз вижу за долгое время, что он играет в минус. Фокси делает свой стабильный фраг, на этот раз против Гвардиана. 1-1, кстати, по перестрелкам на центре. В первой половине Словак делал то же самое. Отстреливал его на медле, при том, что грубым способом, еще там прострелом через ящик, что вообще сводило с ума. Так, Старик сыграет перетяжку. Видать, Нави решили занять либо длину, либо парапет, либо идет за бомбой. Я пока не понял. Так, Зевс. А, Старикс просто... Старикс берет АВП и прикрывает Зевса, чтобы тот занял мидл. Тонкое решение, тонкий ход. Отфлешил Зик. И посмотрите, моментально Фокси просто стянулся, побежал сразу на длину. Французская команда вполне себе может ожидать сейчас атаки на А-плент. И точно, возможно, догадывается о том, что есть кто-то на парапете. Но сложность в том, что здесь все-таки... Неужели Шокса гранатами закурит? Сейзет. Ой-ой-ой, без шансов просто. Два игрока защиты даже ничего не смогли сделать. Сидели на флешках, в антифлеш позициях, но одна граната и стрельба АВП плюс ЭКМ решили практически весь исход этого раунда. Но Эпсилон уже просто нет выбора. Их сейчас Нави насилуют просто. Насилок только нету. Ну все, надо все. Будет там этот сейчас раненый СФ спасаться. О, его тут вообще со всех сторон пытаются защемить. Тем не менее, фраг достается Сейзду, 14-8. Ну, короче, пособие для команды HellRaisers, как обыгрывать Эпсилон на Dusty 2. Пускай и в интернете. Кстати, по пингу обратите внимание, преимущество на французской стороне, потому что там 17, 18, 15, ну, вообще приятный пинг. Плюс 128 рейд, да. А вот у Na'Vi 41, 39, 40. Ну, хотя это тоже приятный момент. Главное, что тикрейт не 64, и это уже хорошо. Так, ну и Na'Vi уже, вот знаете, по старой древней традиции 14-15 раунда покупают все, что можно купить. И с респауном, ну вот это я не знаю. Оружейная фабрика Старикс называется. Очень щедрые дары. Дары от команды Na'Vi.
Вот после такого начинаешь понимать, что все-таки Нави здесь намного легче, чем я думал. Но матч мог закончиться действительно непредсказуемо. Карта, может быть, из-за того, что карта даст 2, может быть, что-то другое. Но вы вчера же помните, что 1 даст 2, Нави вчера проиграли датчанам. На одном пента их напрягла. Как, непонятно, но счет был весьма скользкий, и Нави могли лишиться практически всего. Фокси. Прыжок с переворотом. Словака второго. Ого, ну это... Все, французы, по-моему, устроили заплыв сейчас. Они... У них просто не получается. Если они показывали какую-то атаку, но Нави боролись, то во второй половине французский дефенс оказался из ряда вон плохим. Не то, что даже плохим, он просто не очень хороший. Крашит, пишет Шокси. Крашит. Да, GMX, по-моему, в крэше. И смотрите. 15-8, ну тут будет пауза, и мы будем, наверное, смотреть последний раунд уже после нее. Ну, я не знаю. На последний раунд, конечно же, у коллектива из Франции... У коллектива из Франции просто сейчас не будет денег. 3-4, 3-5, 3-5-500, 3-4-5-0 у Kia King. Шокси покупает уже себе скаут, второй армор. Но это говорит о том, что все, для французов этот матч уже закончен. Вот интересно было бы посмотреть, знаете, Мираж или Инферно среди этих команд. Кстати, сегодня обсуждал с комментаторами Star серии. Дядя Митя выиграл Фнатиков, да ладно, дядя, что, где, с какой счет? 16 на какой карте? На Мираже, ребята, дядя Митя взрюкнул Фнатика, это первая победа команды Ностальгия в этом сезоне, и они обыграли Фнатик. Это просто габелла. Как так? Я иду смотреть просто сейчас. Коэффициент 6.217 против 1.065. Дядя Митя кого-то сделал богатым на eGamingBets.com. Друзья, это первая победа команды Ностальгия. Это просто жесть. Я даже не знаю, что еще и сказать. Я надо вот посмотреть сейчас. Найс, Фнатик. Как так? Как так, Фнатики? Вот это да, вот это Митя молодец. Все, ладно, матч продолжается. 24-й раунд, он же последний. Для Нави точно может быть последним. Играют они против неуверенного боя французской команды. Эпсилон лишается своего бомбардира, он же Шокс, Ричард Шокс Папилон. С первых секунд 3 в 4 размен, один ответ ТСФ, ну и в общем-то здесь все понятно. Но это 16-8, друзья, это 16-8. И команда Na'Vi дальше отправляется играть с командой Fnatic, которая только что уступила команде Ностальджи. И это говорит нам только о том, что... Фнатик либо не в форме, либо не в духе, либо не палится перед Gfinity, но остается один такой момент, как бы, да, что они могли просто не разыграться. Но это не важно. Это не важно, потому что матч все равно состоится. Ну что, 16-8. Поздравим команду Na'Vi. Сегодня они действительно в тонусе. Не так, как вчера. Вчера они были уставшие, мы это видели по их игре. А сегодня, посмотрите, у них Эпсилон 10 не взяли. А вчера немцы брали больше. Немцы, за которыми LDLC просто бегают. И Гвардиану дается миссия. Молодец, Словак. Ну что ж, друзья, увидимся с вами после короткого музыкального перерыва на матче Fnatic против команды Na'Vi. Это будет матч, наверное, один из самых... непредсказуемых. Но у нас уже один такой был, вот этот. То есть здесь могло закончиться... любым счетом, любым раскладом, любым поворотом событий. И французы могли просто, не знаю, в ноль впереть Na'Vi после вчерашнего, но не вышло, да? А вот в матче против Fnatic там уже, не знаю даже, вот после поражения-то от дяди Мити Fnatic точно, наверное, не в восторге. Ладно, увидимся после короткого перерыва и будем продолжать смотреть матчи NATO с Винцер.